Всем снова привет на канале. Итак, выпал такой вот счастливый моментик. Для кого счастливый, для кого не очень. Проверить масляный насос, как работает. Работает ли он вообще. Просто вот такой вот делом случаем попался в мопеде, который заклинил. После капиталки через полгодика. Хозяин пожаловался, то, что был скрежет, и он заклинил. Вот как проверить масляный насос. Думаю, вам быстро сниму видео, пока его разбираю. Потому что такого больше никогда не сниму. Вот, смотрите. Так, я думаю, как-то камеру закрепить. Вот так как-то, короче. Достаем масляный насос. Не обязательно все тут дергать, разбирать, снимать. Вот, видите, да, масляный насосик у нас. Также проверяем течь сальника внутреннего. Вот, Honda Dio 27. Это в данном случае 51 такт. Вообще по барабану, любая. Берем дрель. Да, тут, конечно, ой-ой-ой, хреново видно. Ну вот, берем дрельку. Вот здесь у нас где-то восьмерочка диаметр на маслонасосе. Зажимаем в патрон. Эту всю шляпу. Вот так вот. Патрончик. Ну сейчас я его зажму просто. Очень сильно спешу. Нужно снять вам видео. Кого никто не снимет. Может кто-то и снимал, я не знаю. Вот мне пришел. Есть шанс. Так, вставим дрель на реверс. На вращение, видите, как против часовой стрелки. От маслобака насос не отсоединен. Ну, как по штату, все как есть, просто я маслонасос вытащил. Подачу с карбюратора я отсоединял. Ну, отсоединяем подачу с карбюратора. Выводим вот куда видно. И начинаем крутить дрелью в реверсе. И смотрим на струйку. Да, пульсируют, капли идут. Также проверить при открытии, ну, как бы дросселя полного. Здесь есть такой рычажок, как бы все знают. Это увеличивает, но он увеличит подачу масла, так как внутри там сдвигает механизмы. Также второй рукой можно, я уже проверил, до упора. И также крутить дрелью. Струя интенсивнее получается. Ну, намного должна быстрее бежать. Вот, все,